15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. Каждый год воины-интернационалисты встречаются в канун этой даты. Они посещают могилы погибших товарищей и проводят памятные митинги у мемориалов. В этом году исполнилось 29 лет, как последний советский солдат покинул землю Афганистана. Возле памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны боевых действий и родственники погибших в бою солдат. В митинге приняли участие представители городской и районной администрации, трудовых коллективов города и учащиеся школ. Я склоняю головы перед вами, ребят, тех, кто выполнял свой интернациональный долг и с честью выполнил, защищая интересы нашего Отечества на дальних рубежах. Я приветствую вас всем, говорю слова искренней благодарности. Низкий вам поклон за то, что вы выполняли. И я вам говорю, молодцы, что вы дружите, что вы поддерживаете свои отношения. Учащиеся средней общеобразовательной школы номер 4 стихами напомнили о тех страшных военных буднях. А председатель Рассказовской межрегиональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Евгений Михайлович Алпацкий торжественно вручил автоматы молодым солдатам. Участники митинга почтили память невернувшихся с полей сражения минуты молчания и возложили цветы к памятнику. Николай Теплов, Никита Желтов, новости ТВ «Рассказывать».